Всем привет! Я приглашаю вас в Леруа Мерлен, город Омск. У нас уже весеннее настроение. У самого входа стоят орхидеи. Сложно сказать, свежее это поступление. Скорее всего, что нет. Мы быстренько по краю пробежимся, посмотрим, что тут есть. Тем более, что я точно знаю, свежий завоз был. Мы с вами все внимательно посмотрим. Везде орхидеи. Это явно привезли недавно. Они очень приятно пахнут. Я наклонялась над камбриями снимать там в глубине. И прям такой весенний, даже летний от них исходит аромат. Кругом розовые лампы, даже если они далеко, они все равно дают. Особенно вот на целлофане, видите, блеск такой розовый. Ценников, к сожалению, не было на момент моей съемки. Видимо, это все свежее. Такой тяжелый букет. На тоненькой ножке, на трех ножках. Сверху так непонятно. А вот сбоку прям солидное букетище. Они тоже ароматные. Их много. Не знаю, последний день зимы, то ли это уже поступление к 8 марта, то ли будем ждать еще что-то свеженькое. Цимбы небольшие, у этого довольно крупный цветочек, и тут тоже, но цен нет, видите. Thank you.
с краю посмотрели. Вглубь я не стала сильно заглядывать, покупать не буду. Лишний раз тревожить Дарвин. Один цветонос. Прекрасная корневая. Розетка мощная. Понесла их подальше от розового света. Все-таки без блеска, без вот этого розового оттенка хотелось показать вот эту крупную красивую камбрию. Я понимаю, это микс. И давно у нас не было красавицы Сансет Мильтонии. Невероятное сочетание. И видите, еще один есть цветоносик. Хороший такой кустик. Она одна, она стояла в глубине, я ее поставила теперь на край. Может, кто-нибудь увидит и заберет. Я забыла, как называется. Вот эта орхидея. Топус, все вспомнила. Розетка небольшая, но шикарная, видите. Корневая. Я увидела один. Нежный, очень красивый цветочек. И обожаю эту орхидею. Это красотка Майя. Вот май, я вам дальше покажу, есть. Она дома аж светится, мне кажется. Есть вот уникальная возможность их купить. Сейчас Леруа Мерлен. Не помню, сказала я или нет. Это Леруа Мерлен Мега для мечей. Вот такой еще островок. Кстати, еще один островок я потом увидела там, где обои. Но снимать не стала, он подобный этому. Тут точно все свежее. Есть композиции вот такие, картиночки. И здесь уже есть цены на все. Леруа Мерлен, конечно, строительный магазин, но все-таки
к праздникам они делают вот такие островочки, витрины, создают настроение. Так я и не поняла, это Клеопатра или нет. Вроде она, вроде бы и нет. Сейчас везде озвучу, мне кажется, она. А в магазине я засомневалась. Кимоно. Кимоно было много, и, как обычно, среди них попадаются бабочки. Мне не попалось точно. Передо мной ездили наши чатовцы. Тоже никто не хвалился, что поймал сегодня какую-нибудь бабочку. Вот, видите? Мая бывает редко. Последнее время, извините, это прям шанс ее приобрести. Смотрите, корневая хорошая, сухая. И вон еще. Ну, красотка. Да, кимоно много, но... Все стандартные. Это, наверное, фэнси. Я так думаю, желтая. Тоже очень красивая. Некрасивых орхидей, конечно же, не бывает. И вот такие зелененькие цимбы очень люблю. Цена хорошая. Мультифлор куча. Равелла тоже часто бывает с мутацией. И вот такие... подарочные коробочки, в них как зеркало, показала свои руки, телефон и все. И вот в этих коробочках стоят орхидейки, красиво на подарок. Мне кажется, они в прошлом году привозили Леруа Мерлен. Красотка скорпина. Цветок очень крупный. Моя дома жирует. Не представляете, огромные листья, мощная розетка и не цветет. Думаю, может быть, вот-вот соберется. В общем,
орхидей очень много. Надеюсь, что каждая из них все-таки будет подарком. Ну, а с вами не прощаюсь. До новых встреч. Пока. Пока.